Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма всех земли российской святых пресиявших, протоиерей Михаил Зазвонов. Батюшка, здравствуйте. Добрый Рад день, вас приветствовать. Вечер. Мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте нам вопросы, пишите на WhatsApp, Telegram. Мы будем стараться отвечать на них в прямом эфире. Отец Михаил, да. Скоро праздник воздвижения Животворящего Креста Господня, такой особый праздник. Мы всегда говорим в обиходе, в обычной речи, что у каждого человека есть свой крест, его нужно взять и с ним идти и так далее. Ну, вот, как это вообще можно сопрячь вместе с праздником воздвижения креста? Господь был на кресте, и у нас есть крест. Как это можем объяснить? Ну, Господь действительно говорит, что вы чашу будете испьете, которую я испью. Да? То есть мы, Царствие Божие, Он открыл нам как раз через этот крест. А Он сказал, что мы должны взять крест и пойти за Ним. То есть у каждого будет в этой жизни Голгофа. Своя Голгофа. По мере того, что сколько нам дано талантов в нашей жизни, да, мы разными способностями одарены, да. У нас разный темперамент, разный характер. Мы вообще разные, да. И у каждого есть вот это свое предназначение. Но оно тернистое, и оно связано с Голгофой. И хотя это праздник воздвижения Животворящего Креста, но он всегда постный день. То есть это всегда такая внутренняя, серьезная работа. Это всегда действительно может быть какое-то даже напряжение, чтобы не сойти с этого креста, чтобы дотерпеть до конца, потому что только претерпев до конца спасен будет. И действительно, эта жизнь, это как экзамен. Да? Вот какой есть смысл в экзамене? Там тебя вообще-то преподаватель терроризирует, задают вопросы неудобные, да? Сам потеешь, нервничаешь. Вообще этот, мне кажется, все экзамены можно бы из-за милосердия отменить, да? Но экзамен дает возможность тебе реализоваться в дальнейшем, в этой жизни. И так и здесь. Земная жизнь, ну что по сравнению с вечностью? 70, аще в силах 80 лет, как нам говорит пророк, да? Ну, вот его надо претерпеть. Ведь никто не избегает экзаменов, но идут, терпят, и потом радуются, когда его сдадут. Если не сдашь, будет пересдача. Поэтому в данном случае вот мы должны, как говорит апостол Иаков в своем послании, да, что радоваться радостью великою, когда пребываем в искушениях, потому что у нас есть возможность обрести терпение. Вот как мы должны смотреть на нашу жизнь. В ней мало сладкого, в ней действительно много вот того горького, который мы часто испеваем. Но если мы с Богом, если мы действительно верим, что человеку невозможно, но Богу возможно все, и уповаем, что ты будь рядом со мной, помоги мне донести до конца, то тогда становится и крест слаще, потому что он откроет перед нами Царствие Небесное, вечное Царствие, куда устремлен наш взор, все силы, вся наша жизнь. Вот почему христиане, они не довольствуют достигнутым, они слишком много хотят. Они хотят вечной жизни. И поэтому, когда мы смотрим на крест, особенно крест Христовым, мы знаем, что вечная жизнь для нас открыта. Весь Израиль ждал пришествия Христа, потому что понимал, что тогда только будет спасение. И мы радуемся, что Он пришел. И крест для нас стал спасением. И Он запечатал врага рода человеческого. И теперь только благодаря кресту мы можем пойти, да, этим тернистым путем и обрести это вечное царство. Мне кажется, это важно, нужно. И помоги, Господи, нам всем взять свой крест и донести его до конца. Вот. Понимаете, вот крест – это орудие казни. Да. На кресте был распят Христос. То есть, значит, ну, что-то плохое, было больно. В конце концов,
смерть. И получается то, что мы несем этот крест, так же, как Христос его нес, и обязательно должны страдать. Правильно получается? Жизнь христианина – это страдание, нам так иногда говорят. Вы знаете... Где же радость-то? Когда радоваться? Вот. Ведь апостол Иаков говорит, радуйтесь радостью великою, когда видите искушение. Почему? Да потому что, если ты правильно к этому кресту относишься, у тебя, ты не теряешь вот этот душевный покой. Он есть. А потому что ты понимаешь, что ты учишься. Ведь младенец, вообще он страдалец, бедный младенец. Ему то не разрешают, тут ему по рукам бьют, там его кормят непонятно чем, ешь, не хочу и так далее. Но что же мы издеваемся над этими младенцами нашими? Но он должен претерпеть, чтобы вырасти. И как апостол говорит, что если семя не умрет, а росток не вырастет. И вот этот период мы просто должны пройти, потому что только тогда будет вот эта вечная радость. Но и в несении креста есть радость. Вот почему апостол Иаков говорит, что радуйтесь радостью великою, потому что если ты с Богом, то в эти моменты ты Бога очень сильно чувствуешь рядом с собой. И вот этот мир не исчезает, и даже ты что-то обретаешь, ты что-то чувствуешь. И, вы знаете, и радость появляется, и она не проходит. Ведь как первых христиан отличали от других? Они всегда радовались, всегда радовались. И, вы знаете, вот если вот правильно себя настроить, как говорят святые отцы, вот как наши преподобные, как наши часто вот такие старцы, известные, великие, они находились в радости. Авросий Оптинский, вот он, столько лет парализованный, да, вот мучимый в своей болезнью, он пишет же такие вдохновляющие, радостные моменты. Преподобный Серафим Саровский говорит, что нам печалится, радость моя, Христос воскрес. Это тот, которого обухом по голове чуть не убили, да? Которого терзало и братья, и все, кто мог. Он радовался, непрестанно радовался. Поэтому, если мы правильно относимся к страданиям, они удивительным образом радость приносят и здесь, и сейчас. Но это какая-то другая радость. Не та, когда... Конечно. Ну, вот ведь есть житейская такая радость. А какую мы хотим радость? Ну, например, радость, там, не знаю, от... там, это же отличается от выигрыша футбольной команды твоей любимой, от какой-то особой радости. Какая это радость у христианина? Вот такой радости у нас тоже достаточно. Но радость духовная, которую просто мы часто не обретаем, она намного сильнее, и она захватывает. Если кто-то почувствовал раз благодать, тот уже стремится к этому всему. Вы знаете, вот Паисий Афонский, да, вот можно его себе представить, человек, который, ну, жил в землянке, да, в лесу всю жизнь, он сам ее топил, там все растил для питания себе. Все. Тяжелый труд был, очень тяжелый, да. Но если посмотреть все фотографии его, этот человек, ну, настолько излучал эту радость, он всем был доволен, он замечательно, он дарил радость. Он и спросил у Бога удивительный дар. Он очень переживал за молодежь. И поэтому и спросил у Бога, чтобы Господь помог ему делиться благодатью, которой он его одарял. Говорит, возьми у меня благодать. Пусть я не буду испытывать радость, не буду еще больше страдать. Но дай мне возможность эту радость показать этим молодым несчастным людям. И вот когда они все приходили, конечно же, циники, конечно же, такие гордые к нему приходили посмотреть на это чудо духовной жизни Афона. Вот. И он почти с ними не общался. И они почти разочарованные уходили от него. Но провожая их, когда они уже были за калиткой, он своим посохом раз по голове им стучал.
И вот тот дар, который он спросил у Бога, передавать часть своей благодати, те молодые люди, они окрылялись. И больше они ничем не занимались в своей жизни, как только поиском этой радости. Большинство из них стали или священниками, или монахами. Но, во всяком случае, они почти все, как описывают его ученики, они оставались в лоне церкви. У нас такого дара нет, потому что, наверное, мы не выпросили его у Бога, или даже, может быть, не задавались такой целью. Но это можно сказать, что однозначно радость несения креста, если ты не на свои силы надеешься, а на Бога, да, она присутствует. И вот ее, если сейчас нет этой радости, ее надо и спрашивать. Господи, дай мне силы, или дай мне терпение, или дай мне понять, для чего мне нужно. Ведь понимая, для чего ты это несешь, это тоже очень важный момент. Поэтому, может быть, Господь не даст здоровья нам, но Он даст нам совершенно удивительное состояние, когда нам будет здоровье не самое главное. Мы спокойно будем переносить это и смотреть на это просто... Ну, вообще, как норму. И идти по-другому. Радоваться другим моментам. Вот. Именно приземление вызывает страшные как раз уныние и печали. Ну, без, как вы знаете, говорят, если упал на дно, то надо от него хорошенько оттолкнуться. Да. Порой мы, наверное, не понимаем вот этой, как вы сказали, истины, вот этой вот истинной радости, если иногда не упадешь. Да. Но, увы, лучше этого не допускать. Потому что, к сожалению, надо понимать, что всегда рядом с нами и враг рода человеческого, который почему напускает это уныние, почему он использует, когда нам тяжело, использует вот этот механизм для того, чтобы вообще силы пропали. Ведь уныние, ведь удивительно, почему никогда нельзя унывать? Потому что это порочный круг. То есть у тебя есть проблема, тебе надо ее решать, а ты сел, и не то, что ты не решаешь, ты ее увеличиваешь в своей голове и теряешь силы. И встать у тебя уже совершенно нет сил. И вот здесь действительно нужно внутренне обратиться к Богу, потому что сам ты не справишься. С врагом рода человеческого человек не справится, только Бог может справиться, потому что он его крестом победил уже. Поэтому надо взывать только к Господу. И тогда Господь даст. Мы же молимся, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И вот как раз уныние – это самое страшное, что есть в духовной жизни. Ни при каких условиях не нужно поддаваться на это. Я всегда вот своим прихожанам говорю, что запоминайте, что помогло вам когда-то выйти из уныния. Запишите это все. Вот прям вот этот пунктов должно быть как можно больше. И прикрепите это на видном месте. И как только вы чувствуете, что вы начинаете уходить в этот ужасный омут уныния, смотрите на этот перечень и ищите то средство, которое поможет сейчас вам от него выйти опять из этого состояния и прикрепиться к Богу и начать решать те или иные проблемы. Проблемы нас закаляют, они делают нас умнее. И это же очень важно. Да, действительно. Такой вот тоже момент, вы сказали, что надо запомнить этот способ ощущения, да, вот того, как выходить из этого состояния. Но порой получается, что человеческими силами это невозможно сделать. Никогда невозможно. То есть ты сейчас ненавидишь весь мир, ты обиделся на Бога, и тебе нужно заставить себя встать на молитву. Так получается? Не уверен, что сразу на молитву. Я думаю, что и сил для молитвы в этот момент нет. Да, абсолютно. Да, поэтому здесь вот нужно сначала просто прийти в себя. Ты в неадеквате страшном. Уныние – это полный неадекват. Тебе все другое кажется. И поэтому вот надо просто взять паузу. И вот надо чем-то заняться. Иногда нужно полы помыть. Иногда выйти на прогулку, просто пройтись, выходить это все. Иногда... И вот этот передых дает возможность того, что у тебя какой-то вот маленький воздух, когда ты вот же тонешь, да, и вдруг тебе дается какой-то этот маленький воздух. И этим воспользуешься, ты можешь вздохнуть и сказать: «Господи, помоги».
этого часто очень достаточно для того, чтобы вот выйти из этого положения. А когда, если ты уже вышел, то тогда ты должен методично решить задачу, как тебе выходить из этого положения. Большую проблему нельзя решать сразу. Ее надо разложить на много маленьких и по очереди их расставить. И вот прямо вот по чуть-чуть начать ее решать. И говорить: Господи, вразуми меня, помоги мне, где этот выход? И Господь тут же начнет действовать. Ты увидишь, как все это рассыпется, и потом ты эту проблему вообще можешь не увидеть. И будешь смеяться над собой. Но ведь, чтобы вот это все произошло, тебе надо выйти из уныния. Ни при каких обстоятельствах человек не должен унывать. Выкарабкиваться изо всех сил, насколько это возможно. Это очень важно. Особенно в наши дни. А как, ну да, если говорить про наши дни, все равно, получается, здесь должно включиться какое-то великое смирение. Наверное, даже не то, что перед ситуацией, а, наверное, перед каждым из нас, да? Вот, а как здесь быть? Потому что, кроме как смириться и довериться Богу, практически других способов лично я не вижу. Вот, я... Но это же очень тяжело. Да, это очень тяжело. Вот сегодня пришла девушка. Буквально сегодня ко мне, значит, она такая была взъерошенная, такая нервозная. Она говорит: я не сплю уже несколько дней. Что-то, вот, я, что-то, что я могу сделать? Как? Что я должна молиться или что-то? Ну, понятно, что она никогда, видимо, и не молилась раньше, ничего. Говорит: ну, я не могу просто так сидеть, что-то нужно делать. Вот я говорю: успокойтесь, эмоции здесь не помогут. Здесь как раз должна быть голова адекватная. Успокойтесь, а потом включите жертвенное служение. Любовь только может покрыть. Потому что любовь есть Бог. Мы ничего не сделаем. Поэтому здесь в данном случае нужно прежде всего успокоиться и уповать на Господа. И потом посмотреть, оглянуться. Вот это очень важно, оглянуться. А что вот я сейчас не буду сидеть, вот думать, размышлять, раздувать все это. А вот сейчас я что могу сделать? Откройте шкаф. Смотрите. Ага, зима. У меня 3 курточки. А в 2 я смогу побыть? Может, одну я смогу тогда ее отдать? Смело отдавайте. Решите, что я и в одной прохожу? Отдавайте 2. Вот. И вот что-нибудь другое посмотрите. У нас полно всего. Разберите это все. Потом идете за покупками, покупать пачку гречи, да, себе на ужин. Купите 2, если позволяют эти деньги. Да? Вот. Отнесите, пусть одну пачечку. Не 10, да, и не 15. Вот. Ну, если есть возможности, что угодно, нужно, надо делать по мере возможности. Вот. Не надо биться, сидеть, не спать. Это ты разрушишь себя. Кому ты поможешь? А вот здесь ты маленькими шажками, насколько у тебя есть возможность, помогай. Вот это жертвенное служение сейчас нужно запустить. Мы о нем не слышали, потому что мы были совершенно в потребительском кругом информационном поле. Надо выходить. Надо вспомнить, что ты человек. Что у тебя есть брат, есть сестра, есть близкие. Я говорю: сможете сказать хорошее слово? Поддержать такого же соседа, который тоже в смятении? Сказать: вы знаете, я помолился, и так замечательно. Вот хочешь, я тебе дам молитву? Или своими словами: давай вместе помолимся. Или что-то. Я иду, вот хочу купить, там отнести потом куда-то вот 2 килограмма гречи или там песка сахарного. Пойдем со мной. У тебя, может, что-то есть? Или давай вот я вот шубку свою отдам, да? А может, у тебя есть курточка какая-нибудь, которую ты уже сейчас носить не будешь, а в шкафу она лежит, и она будет еще лежать не знаю сколько, и ты ее никогда, может, и не оденешь. Вот. Возьми. И это выход. И вот на самом деле такие маленькие шажочки, они и одухотворяют, и в сердце появляется любовь Божия. Вот. И ты совершенно становишься другим человеком. Вы знаете, я с ней 5 минут не поговорил, с этой дамой, у нее совершенно другие глаза стали. Она так успокоилась, радость. Она говорит: сейчас все сделаю. И пошла счастливая. Я думаю, что в этот момент она и начинает молиться. Я думаю, что Господь ее научит молитве, как только она начнет это делать. И, безусловно, конечно, сейчас, как никогда, мы должны молиться.
как угодно, как умеешь, но каждый день по чуть-чуть. А если ты причащался еженедельно, попробуй причащаться 2 раза в неделю в этот период. Если ты причащался раз в месяц, попробуй причащаться 2 раза в месяц. Если ты причащался раз в полгода, то причащайся раз в месяц хотя бы в этот период. Если ты вообще не причащался, спеши и старайся, потому что Бог входит в нас в момент причастия и дает нам эти удивительные дары, благодати. Тогда не будет этой безнадеги, тогда будет, как раз придет эта радость. Я уверен, она придет, но ты должен зарядиться на получение вот этой помощи от Бога. Потому что своими силами никто не справится. Никогда. Ну как можно обмануть дьявола, который живет тысячелетиями, видит одновременно, анализирует жизнь миллиардов людей, которые знают уже наперед, что мы будем думать и как нас сломить. Ну, отличный психолог. Да, кстати, по преданию, да, святых отцов, дьявол не может читать наши мысли. Ну, не надо читать мысли. Он все видит. Ну, у нас на лице все написано. Да. Конечно. Вот. Сколько... Ему помыслы не открыты. Он видит чисто по нашему поведению. Конечно. И обмануть его сложно. Да он... Что мы вчера сделали, что мы 2 года тому назад сделали, он уже знает, что мы и завтра это сделаем. Поэтому он все знает наперед, что мы будем делать. Но он смеется и хохочет над нами. И еще пытается нами манипулировать, приводить нас в такое. Ведь, понимаете, участвуя в таком безобразии, он ведь смеется над Богом. Что вот ты хотел это творение сотворить, и ты говорил, что это хорошо. Посмотри, во что... они же на тебя не надеются, они не молятся тебе, они не занимаются своим делом, не возделывают рай, не творят из этой земли что-то прекрасное. Они же, смотри, они все уничтожают, они себя уничтожают. Они превращаются хуже в животных. Смотри, что это? И он смеется над Богом. Это мы орудие для того, чтобы он хулил Бога. Ну, поэтому только с Богом. Когда мы соприкасаемся к Богу, мы превращаемся в Его творение, настоящее творение. Мы творческие становимся, духотворенные. Мы первозданные Адамы становимся. И тогда нам есть место в Царстве Божьем. Да. Возвращаясь к теме креста, те испытания, которые нам даются, которые мы переживаем, и порой кажется, что уже все, конец, все-таки это не так. Все испытания даются по силам. Так ли это? Всегда так. То есть, если в тебе трудность стала перед тобой, да, прям совсем все туго, значит, если... ты можешь это преодолеть. Так? Да. Если всегда, если даже стена, всегда есть обходные пути. И всегда ты стремись к ним. Если их нет, значит, нужно смириться и жить с этой стеной. Ну, а какой? Ну, вопить, кататься по полу надо. Нет, ну, жить, потому что все равно, если ты рядом с Богом... А если Бога попросить? Надо просить, конечно. Но ломите. Ты просишь, но ты же говоришь, воля Божья. Мы же не знаем перспективу, ее только знает Бог. И если, например, у тебя вот такая, вот, как бы сказать, стена из нездоровья, да, вот она есть, но, может быть, это единственный шанс тебе так войти в Царство Небесное. Даровав тебе сейчас это здоровье, и ты лишишься Царствия Божия, тогда зачем это все? Зачем? Вот. Поэтому в данном случае всегда, что дает Господь, это значит, Он дает для Царствия Божия. Мы должны спокойно. Но никто разум у нас не отнимал. Мы должны, конечно, руководствоваться тем, что нам кажется. Но призывать Бога, спрашивать профессионалов, которые из этих ситуаций выходили, да, профессионалов людей, профессионалов духовной жизни, да, священников, к святым обращаться, наследию церкви, святоотеческому наследию, как святые отцы в тех или иных похожих ситуациях выходили победителями из этой ситуации, да. Вот. Но если мы думаем, что все, что в этой жизни, оно должно здесь благостно быть, то тогда, если мы посмотрим на мучеников, ну, что-то Господь что ли их оставил,
А почему же они с радостью шли на эти мучения и восхваляли и благодарили Господа? Да? Апостол Павел говорит, что разрешиться и со Христом выйти. Да? А когда его уговаривали не идти в Иерусалим, потому что предрекали ему, что он будет там схвачен, да, и будет истязаем, и в узах он будет, он говорит, так должно случиться, мне так Господь сказал. Ангел Божий, Дух Святой мне открыл. Я не боюсь смерти, я иду для того, чтобы до конца пройти этот путь. А что ему? Он столько лет служил Господу. Вот. Это его жизнь. А она его, простите, уже настолько надоела. Ведь это сколько лет он из корабля в корабль, пешком сколько бороздил. Прошел Малую Азию, Македонию, Грецию, Италию, Испанию, Сирию, Турцию современную, да, значит, где он только не был, да, Ливан, пешком, на кораблях, сколько лет, и сам себе зарабатывав на плетении палаток. То есть, помимо проповеди, он еще умудрялся и не только себя содержать, но и своих учеников, да, и в этих тяжелых, опасных, и где там его избивали, где его не принимали. Вы думаете, он не хотел уже быстрее быть со Христом? Но любовь к людям заставляла его двигаться. Потому что если вот он узнал Христа и видит, что кто-то не знает, то это же естественная такая радость поделиться информацией, чтобы тот тоже спасся. Ведь это же страшно, если человек рядом с тобой находится, и он не спасется, и ты к этому не приложил никаких усилий. Поэтому апостол Павел, когда его говорили, он говорит, нет, я уже хочу быть со Христом. Я уже готов. Вот. А по-другому сказать, ну да, его к императору голову отрубили ему. Ужас. Счастье для него было. Потому что он приобрел рай. И свидетельствовал пред императором о Христе. Выполнил те функции, которые он и должен был сделать изначально. Потому что, когда Господь привлекал Павла, то Анания, который говорит, а правильно ли ты делаешь, Господи? Ты знаешь, что это за человек? Он говорит, этому человеку надлежит проповедовать перед царями. Потому что другой никакой из христиан не мог с этим справиться. Мандраж был такой. Ведь это же царь, а у апостола Павла не было. Смело, с радостью, уверенно он говорит и перед Фестом, и перед Феликсом, и перед Агриппой. И они слушали и удивлялись ему. И оправдали его. Другое дело они не принимали, но это уже они на суде Божьем скажут. Но во всяком случае они четко понимали, что этот человек прав. Это важно. Нам задают вопрос Григорий из Москвы. Вот как понять, попущены страдания Богом или ты сам виноват в них? Кто виноват, Пашек? Кто? Ну, страдания могут быть и никто в них. Ну, мы виноваты в том всегда. У нас есть сколько угодно моментов вины. Как апостол Павел говорит, бедный я человек. Что хочу делать, не делаю. И что не хочу делать, делаю. Вот. Неважно, святой ты или не святой, у тебя достаточно тех, значит, поступков, за которые тебе нужно понести какое-то наказание. Вот. Если бы Господь руководствовался правдой, то, наверное, бы истребил нас всех сразу бы. Потому что нет у нас никакой правды. Вот. А то, что нам посылается для того, чтобы мы стали терпеливее, умнее, принесли больше пользы в проповеди, в умножении любви, в восприятии Бога, да, в оценке этого всего, ну, это действительно то, что нас обучает. Ведь хороший мастер, он ведь перетрет очень много, приложит множество усилий, труда и пота сойдет перед тем, как он станет действительно замечательным мастером. И будет всегда стремиться к большему. Будет хотеть, желать
еще больше усилить свое мастерство. Это нормально. Никто же не останавливается на достигнутом. Или этот останавливается только неудачник. Поэтому мы должны исходить от любви к любви, от добродетели к добродетели, от терпения к терпению, не довольствоваться достигнутым. Ну а как мы научимся? Как? Другого пути нет. Как обрести терпение? Претерпеть искушение или скорби, или какие-то ситуации жизненные. Вот так мы и учимся. Это школа жизни. Ну, не учиться, что ли? Ну, давайте как-то рассуждать по-другому. Поэтому здесь говорить, от Бога ли? Зла никогда от Бога не бывает. Никогда. А это все от дьявола. А, и апостол Иаков, он в своем послании очень четко, значит, говорит об этом. Чтобы люди не подумали, что вот, а я вот не могу со сластью справиться. Ну, ведь все от Бога, все по воле Божьей. А, ну, буду с этой страстью жить. Нет. Страсть – это уже я придумал. Это уже я пошел на поводу у искушения и у дьявола. Это я не справился. И это я не поставил препятствия. Поэтому я мириться с этим не могу. Я должен бороться. Поэтому и говорится вот в святоотеческом учении, что у нас несколько источников вот этих наших искушений. Это дьявол, который действительно нам насаливает в этой жизни много. Вот. Но это я сам, потому что я хочу. Я хочу. Да? А это мир, потому что другие люди иногда нас подстрекают, да, они хотят нас вовлечь в это. Это вообще вся ситуация, потому что, ну, так принято же. Ну, все же так живут. Поэтому, если мы вот сконцентрируемся все же на законе Божьем, на том, что мы должны нацелиться на несение креста и быть с Богом, и общаться с Ним, и просить Его о помощи, то мы увидим этот фальшь. Но самое главное, что мешает нам это, конечно, гордость человеческая. То есть мы сами. Еще же Сократ, который называет христианин до Христа, четко же это все выразил. Познай самого себя. Попробуй узнать, кто ты. Человек далеко не звучит гордо. Далеко. Посмотришь на себя и испугаешься. Сколько там вот этой гадости. Вот. Если тут тебя на суд сейчас представить, то ни на какое милосердие вообще не стоит рассчитывать. Поэтому мы только молимся, Господи, не вмени нам греха, не вспоминай это всего, но дай по милосердию своему нас прими, потому что иначе ничего не получится. Вот надо нам все же читать и Священное Писание, потому что оно нас умудряет. У нас не будут просто таких вопросов возникать. Это же Слово Божие, которое не только дает нам информацию, оно запускает какие-то внутренние механизмы у нас, душевные, духовные. И мы совершенно по-другому начинаем мыслить. Вот это очень важно. Почему Господь врагу рода человеческого ответил, когда тот хотел, говорит, преврати камни в хлеб. Он говорит, не хлебом единым же человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот, значит, хочешь насытиться, ищи это слово, исходящее из уст Божьих. А оно у нас есть. Ну, у каждого дома есть Библия, есть Евангелие. Читай по чуть-чуть. Старайся понять, что тебе Господь пытается открыть сегодня. И вот если с таким моментом ты будешь читать это все, Господь откроет, однозначно откроет. Почему? Всегда в богослужении, перед тем, как начать Евангелие, священник читает молитву. Да воссияет свет этот евангельский в нашей душе, да, и чтобы Господь тогда изменил нашу душу, да, вложил страх божественных заповедей, да, чтобы мы исправили свою жизнь. Вот это самое важное. Потому что, читая эти словеса, мы чувствуем, как оживает наша душа. Оживает. Это действительно так. Это вот посмотреть надо на это очень внимательно. Читать Священное Писание. Оно нас просто умудряет. А можно ли сказать, что твой крест... Жизненный крест – это твоя судьба. А еще говорят, знаете, как светские говорят, карма.
Насколько это вот друг с другом? Ну, карма, это понятно, такое да, плохое слово. Ну, наверное. Но это часто очень если, употребляется. Вот если для твоего спасения тебе нужно через это пройти, то почему не называть это словом судьбой? Так, да? Тебе нужно пройти это? Ну, ты не пройдешь, ну, тогда, увы, ну, Господь тебе что-то еще пошлет. Да, Он будет биться за тебя до последнего. Вот. Пока ты не отвернешься совсем, пока не закончится вот эта богоборческая твоя деятельность смертью. Поэтому Бог-то будет все время посылать нам, потому что Он хочет, чтобы мы познали Его, чтобы мы очнулись и пришли к тихому пристанищу, то есть к Нему. Вот. И тогда только мы сможем обрести вечное блаженство, вечный рай, Царствие Божие. Мы для этого созданы. Это наше предназначение. И вот как котята слепые, которые пытаются куда-то пойти и упасть куда-то в пропасть. И вот их все время будут подгребать, подгребать к тихому месту, где отец, где мать, да, где о них заботятся, где их накормят. Вот так и мы все время будем Богом чуть-чуть корректироваться. И часто это нам не нравится. И больно, наверное, да. Но что нам лучше, чтобы мы слетели в пропасть и до конца, и пропали навечно? Поэтому нужно здесь размышлять адекватно. И вот Священное Писание нам в этом помогает. Вы сказали, что прекратить бороться с Богом, да, вот, прекратить свое богоборчество. В чем это выражается? Когда ты получаешь какие-то трудности, если ты впадаешь в уныние, злишься, ропщешь, это и есть богоборчество, получается? Да. А разве это вот не, знаете, как не говоришь ли это хула на Духа Святого? Вот я и хотел сказать. Я очень боюсь говорить вот эти слова, потому что именно про эти слова Господь говорит, что хула на Духа Святого не прощается. То есть вот это твои поступки, когда ты не обращаешься к Богу, обращаешься к себе, и еще хуже, еще обращаешься к дьяволу. Вот. Тогда ты вот действительно хулишь Духа Святаго, потому что мы-то созданы для жизни с Богом, мы созданы для творить вместе с Ним. У нас очень великое предназначение. И когда мы боремся, то есть не хотим, да, как Адам, говорим, это ты сам виноват. У меня-то все хорошо. Это ты, зачем ты мне это все посылаешь? Да? То тогда действительно ты сам себя лишаешь. Сам себя лишаешь вот этого. Бог не может нарушить нашу свободу. Он только показывает путь. А мы все равно должны по нему сами пройти. Пройти, проползти. Может быть, голову только поднять, но в сторону Бога. Потому что у нас часто нет сил. Эти силы забирают враг человеческого. Мы собираем его сами. Забирает этот мир, забирает наше окружение. Слишком много вот этих агрессоров рядом с нами. Но Бог сильнее. И мы должны быть за Ним. Впереди Его. Но ведь удивительно. Бог сказал, вот, что Он ведь может прожить нашу жизнь. Если мы будем причащаться, Он будет в нашем сердце, Он всегда будет в нас. И вот эти искушения, они будут как от щита вот этого, отлетать просто. Они ничего нам не сделают. Но для этого нужно настроиться. Для этого нужно вот поставить эту цель и идти к этой цели, насколько это возможно. Тогда все получится, это однозначно. Сломать просто. Себя сломать внутри себя, получается. Ну, если там что-то наложено, сделано неправильно, то сломать. А Паисий Афонский он-то говорит, что надо в нашей жизни строить в нашем сердце хижину, чтобы в ней поселился Христос. Если ты посмотрел, и ты сделал что-то не так, и хижина твоя неустойчива, ломай и строй заново. Поэтому, если ты что-то там уже настроил не так, ну, сломай и строй заново, ничего страшного. Хуже, что тебя погребет под обломками эта хижина. Это будет очень хуже еще. Поэтому ломай. А как объяснить своему товарищу, другу, коллеге, который в церковь-то ни разу не ходил, в лучшем случае крещенный, и ты, может быть, за какой-то беседой понимаешь, что у человека начинается что-то невероятно тяжелое. Как объяснить, что в церкви будет спасение?
Хотя, вот, ну, это, мне кажется, очень сложно. Ну, Господь, вот почему я говорю, надо читать Священное Писание. Господь, Он дал нам этот инструмент. Он говорит, да просветится свет ваш пред всеми людьми. И да увидит добрые дела что, потом, ваши. Что-то вот он православный, у него вот. Вроде как клеится. Вот. Что ж там вот. Такого, да? Да, добрые дела ваши. То есть нужно наша миссия, да, это умножение любви, это добрые дела. Вот о них мы забыли. Много ли православных сейчас делает добрых дел? Но именно на добрые дела, как правило, откликаются люди. И они прославляют Бога, потому что, ну, так Господь сказал. Увидя ваши добрые дела, они прославят Отца, который есть на небесах. То есть вот, пожалуйста, инструмент, который ты можешь решить. Не пытайся сделать из себя учителя. Вот, потому что, ну, апостол Иаков говорит, что учитель должен быть смиренным, кротким. Вот. А тот, кто языком пытается направо-налево говорить, не подумав даже, не в себе, не умиротворив себя самого, он никогда ничего не добьется. А он только разозлит еще больше. Поэтому перед тем, как сказать что-то, ну, во-первых, надо помолиться, сказать, Господи, пусть я буду инструментом. То есть, вот если ты от себя будешь говорить, гордость тебе никогда не позволит найти нужные слова. Если ты попросишь Бога и со смирением скажешь, хочу помочь, не знаю как, тебе придет или помолчать с ним, или помолиться за него, или что-то доброе дело какое-то сделать. Но он увидит твою доброе намерение, увидит твою любовь, даже глаза твои, которые состраждут ему, да, он откликнется. Серафим Саровский же поэтому и сказал, что дух мирен сначала сам приобрети, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся. Это просто действительно так. Потому что они увидят этот дух в тебе и будут к тебе идти. Ну, почему вот какой-нибудь простой монах в каком-то непонятном монастыре обрел Дух Святой и тут же начинают к нему стекаться со всей России или откуда-то, не знаю, все идти. И вот, ну что, он всем ответит? Ну, он просто служит, он посмотрит на каждого, что-то скажет, по голове погладит, а человек обретает что-то и уезжает счастливым. И это годами, вспоминая об этом, он это его вдохновляет, он чувствует Бога, потому что он столкнулся с этим Духом Святым, Духом Мирным, о котором говорит Серафим Саровский. А вот то, что у нас оскудение любви, это, к сожалению, видно налицо, как говорится. Нам нужно просить любовь у Бога. Это дар Божий. Это дар Божий. Иоанн Богослов, он замечательно говорит, возлюбленные мои, молю вас, имейте любовь между собой, потому что имеющий любовь знает Бога, и Бог внутри него есть, потому что Бог есть любовь. Вот, читая эти слова, ты чувствуешь, что вот эта любовь, которая была у Иоанна Богослова, он тебе ее передает просто. Вот, перечитываешь и наслаждаешься этой любовью, и она у тебя возникает вдруг, и тебе становится радостным. Потому что если есть любовь, есть и радость. И все по-другому переносится. Радость есть, мир есть, и ничего тебе сломить не может. Потому что человек сам себе враг. Ну вот что только не происходит. Но ведь у тебя же всегда есть выбор, реагировать или не реагировать. Ну, наступили тебе на ногу в автобусе. Ну, скажешь, что ты невнимательный какой-то, да? Ты же сам решаешь, как тебе среагировать. А можешь вообще никак, ну, мало ли, что там человека мотнуло. А можешь помолиться за него, пусть Господь его вразумит. Ты решаешь. И если любовь к тебе, то все получится. Да, сейчас на самом деле уникальная возможность понять себя. Да. Кстати, заметили, да, наверное, вы тоже заметили, батюшка, все так переживали, что в храмы не пускают. Вроде сейчас пускают, а что-то не прибавилось. Где же вы были все, да? Сейчас как раз тот самый момент, когда можно успеть сделать то, что, наверное, нужно. Да. Нужно и, наверное, помнить, что война внутри нас началась давно, она продолжается, ни на секунду не прекращалась. И поэтому не стоит унывать,
а идти вперед. Никогда. К победе. Батюшка, спасибо за сегодняшнюю беседу. Благодарим вас за сегодняшний эфир. Напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Михаил Зазвонов. На этом наша программа окончена. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.